На конкурс дети читают стихи. Новосельцев Дмитрий, 8 лет, Смоленск. В декабре Самуил Маршак. В декабре, все деревья в серебре. Нашу речку, словно в сказке, за ночь вымостил мороз. Обновил коньки, салазки, елку из лесу привез. Елка плакала сначала от домашнего тепла. Утром плакать перестала, задышала, ожила. Чуть дрожат ее иголки, на ветвях огни зажглись, как по лесенке поют, огоньки сбегают ввысь. Блещут золотом хлопушки, серебром звезду же зажег, добежавший до верхушки самый смелый огонек. Год прошел, как день вчерашний, над Москвою в этот час бьют часы кремлевской башни, свой салют 12 раз.